Ну, сильно старое покрытие, а здесь было, как видно, небольшой шагрень. Вот, после того, как погрунтовали грунтовкой Stretch Putz, будем наносить мармарин. Теперь процесс нанесения основного материала, после того, как погрунтовали основу, я сейчас буду наносить, вот она прогрунтована, подготовлена. Есть. Дальше. Наношу непосредственно сам материал. Антик декор. Декоративная штукатурка. Тип мармарин. Мармарин мини. Есть две фракции. Макси и мини. В данном случае используется мини. Вот. Набираю нужное количество. На шпатель. Все очень просто. Можно меньше, можно больше. Кто как на что горазд. Дальше наношу. Можно еще и также использовать шпатель побольше, поменьше и побольше. Для нанесения не обязательно брать венецианский шпатель, можно и обычный. С нержавеющей стали. То есть на него удобнее всего наносить, так как он в большей площади. Ну это как кому угодно. Как кому угодно. Так. Есть. Дальше что следует? Выравниваем поверхность, чтобы она была равномерно по толщине нанесения, ну, плюс-минус, была одинакова. Вот. С углами нужно быть аккуратнее, так как здесь уже с этой стороны уже есть покрытие, есть рельеф. Сейчас я покажу, как делается рельеф. Рельеф создается очень просто, банально просто, обычным структурным валиком. Я дальше не буду показывать вкратце. У нас такой структурный валик. Вот. Моделируем. Аккуратненько. Ну, чтобы достать в угол, у нас есть либо открываем окно, да, самое простое, как можно сделать. Либо, сейчас я покажу, есть мочалочка. Чуть-чуть меньшей фракции, но этого будет достаточно. И промакиваем. Обмакиваем, делаем, создаем шагрень. Можно еще так сделать. Дальше все очень просто. Момент подсыхания, определенный момент, когда материал пластичный, уже не липнет, но он еще пластичный. В этот момент нужно пригладить в некоторых местах. Где сильнее, где слабее, это уже, так сказать, на усмотрение. Вот.
Получается такой рельеф. После того, как приглаживается. Приглаживается и полируется. Просто после высыхания полируется и получается вот такая вот картинка. Угу. Так вот. Неплохо получается. Красиво. Эффект натурального камня. Ну, получается, что по сути магнитной ниткой. Видно очень хорошо отражение от лампы. Это все откусываем. А что интересно?